и идут с папкой бабушки на розговании. Мчатся. Добрый день! Так, мне нужен лобзик, мне нужна батарейка. Ну, в общем-то, батарейку я могу даже здесь. Семейный архив, представь, есть. Да. Слушай, Лёшка, такой аромат, сразу горы на Алтай. Я иду, думаю, чем знак... А горы на Алтай? Ну, в любых, когда дома живешь. Я так буду, что если они будут где-то ко мне, пусть они лучше мне эти деньги. Да. Не, ну правда. Чистый запах горного Алтая. Ну, потому что эти кедровые домики, там все вот это вот. Так. Представляешь, после той времянки вы здесь будете жить. Дети бедные, там сколько будет у них радости и восторга. Да. Ну, начнутся шишки собирать там по лестницам, это. Ну, это нормально. Слушай, красота, да. Аромат вообще. Угу. Ноги, смотри, тут залезла мать. Отсюда он будет за оськи, но будет опять спит. Слушай, ничего себе. Вот это да. Ух ты, у мамины цветы хорошо видно. Ну. Мамин палисадник. Мощно. Здесь вот кровать планируется поставить. Так это будет ваша спальня, а детская где? Детская там. Ага. Ну да, что у вас? Отсюда будем на луну смотреть. Ну так мы с этим окном. Мама говорит, зачем это все там? Как обычно. А я говорю, мамка, сейчас все делают, в любом коттедже так. Да не, я-то просто купил, чтобы на луну смотреть с перископа. Картошка цветет. Отличненько. Окончательно бесповоротно. Бесповоротно. Вот вставляется такой черепной брусок на усадку. Дерево будет усаживаться, а дверь будет как бы сама по себе, она не будет привязана к этому. Ничего. Детская здесь, большая. Здесь вот лестница типа выходишь, да? Нет, как большая? Ты планировалось, что типа две комнаты, вот так вот одна, типа и там вторая чуть побольше. Алёша, зачем пацанам-то делить? А да с чего решил, что пацанам? А, у вас еще девки? Конечно. Нет, тут по факту получилось там. Пришлось окошки местами поменять, так что здесь будут окошки. Без открывашек? Никто не выпадет. Ну правильно.